Это был обычный летний вечер, я только-только проснулся. Эх, сейчас бы в горы покатать на борде, подумал я и размял руки. Я взял телефон и посмотрел на время. Я ни капли не удивился, ведь было уже 23:10. Взял футболку, встал, пошел в ванную, открыл кран, умылся, почистил зубы, прополоскал рот, вытер лицо, пошел на кухню, включил свет. Включил чайник и стал ждать. Заглянул в холодос. Решил попить, попил, что-то насыпал. Решил включить комп. Включил, свет тоже. Сел за компьютер, вспомнил про кофе. Взял чайник, заварил что-то, пошел к себе. Листаю ленту, наткнулся на видео, открыл в ютубе. Это же про сноуборды. И тут я вспомнил, что могу это сделать. Ну что, братцы, самое время отправиться в увлекательное снежное путешествие. Если я буду умирать, получится так, что я буду просто рандомно телепортироваться в горы. Ну, я как бы хотел этого, и я как бы буду получать это, да? Ну, то есть, как бы все логично. Итак, Altos Adventure. Воу! С 9 по 23 графест от Google Play. То есть в это время особые фишки и скидки внутри игры на сами игры. А, кстати, в Slizerio для Android во время Игрофеста будет доступна эксклюзивная шкурка змеи. Как жаль. Как жаль, что я не играю в этот временной промежуток, но, ребятки, у вас будут все шансы. Окей, нажмите, чтобы начать. Ну, значит, нажали. Игрушка у нас про паренька по имени Альта, задача которого заключается в том, чтобы догнать всех сбежавших лам из его маленькой деревушки. У нас есть 180 созданных вручную целей, то есть не сгенерированных как-то рандомным образом, а созданных разработчиками игрушки. Игра имеет очень затягивающую атмосферу на самом деле. И это раннер, да, как вы уже успели заметить. И самое интересное в этой игре то, что здесь меняется и условия погоды, и время суток. То есть как бы не все стоит на месте, все это меняется, и все это достаточно красиво выглядит. Из врагов могу сказать, что здесь присутствуют так называемые старейшины, которые при встречи с нами, то есть они где-то в лесах каких-то расположены, начинают за нами гнаться. Я еще ни разу от них не уезжал, они меня постоянно догоняли, и, в общем-то, если они меня догоняют, то все, это гейм овер, и это телепорт, собственно, в горы чуть не слился. А еще вот надо было сейчас прыгнуть, чтобы собрать как можно больше монеток. Мы можем подбирать вот такие магниты, они будут давать возможность... Нет! Где я? Просто... Почему я оказался в этих... Господи, мне холодно! Верните меня обратно, пожалуйста. Срочно. Срочно верните меня обратно. Быстрее. Я замерзаю. Спокойно. Главное это не умирать в следующий раз, чуваки. Главное это не умирать в следующий раз. Берегитесь, камень. Фух, ваш рейтинг. Расстояние 1901. Рейтинг трюков. Лучшая комбо 2100. Собрано монет, собрано лам, перепрыгнуто пропасти, выполнено целей. Всего, короче, понемножку, но как бы ничего страшного. А, насколько я знаю, в этой игрушке можно что-то там в игровом магазине мутить, да, и все это с 9 по 23 тоже будет засыпано ништячками. Ой-ой-ой, чуть не слился, вот чуть не слился. Итак, моя задача состоит в том, чтобы максимальную длину дистанцию набрать за то, что я сейчас здесь как бы обитаю, играю, да, параллельно собирая этих прекрасных созданий по имени Лам. Ну, здравствуй, мой маленький. Да, то есть их зовут ламы, и моя задача их собирать. И тем временем у нас уже наступает вечер. Чуваки, на самом деле, ой-ой-ой, на самом деле игрушка реально залипательная. Существует много раннеров, которые я переиграл, но это своей атмосферой прям берет. Она прям берет. Я очень часто перед сном начинаю залипать в какие-то игрушки. Я, наверное, как и многие из вас, перед сном постоянно залипаю в телефон, чуть не слился снова об камень. Вот этот саундтрек, вот давайте просто послушаем. Давайте просто насладимся вообще вот этой атмосферой. Буквально на некоторое время. Лол, подобрано. Воу, ни разу еще это перо не подбирал. Смотрите, я прям над воздухом парил. Над землей, в смысле, а не над воздухом. Все, окей, погружу. Ай, нет, за что? Подождите, я разломал камень? То есть, если я ускоряюсь на льду, при этом врезаюсь в камень, я, в общем-то, становлюсь каким-то супер-крутым чуваком? Мне это нравится. Мне это нравится, и самое время окунуться. Вот, старейшина, господи, нет! 18 метров. Так, самое время сваливать. Самое время... Как? Вот как? Лед, вот лед сейчас был как нельзя, кстати, чуваки. Я не знаю, как реально от него скрыться, но, господи, он меня сейчас догонит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне, что ли, на него, наверное, надо...
надо прыгнуть или что, я не знаю. Ребят, я реально не знаю, как от него свалить. Правда, я реально не знаю. Но 27 метров до старейшины. 27 мама метров. Мама метры. Мама метры, господи. Я снова кого-то сломал. Почему ты такой быстрый? Нет, 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 нет. Так, 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 так. А если я буду прыгать? А если... Нет! Меня, нет, меня телепортируют. Нет, 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 нет. Подождите, мне вроде не особо холодно. Help! 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 Плец! Оу! У меня аж мурашки по коже. Берегитесь костер. Давайте посмотрим, сколько я проехал. Подобрать перо! Да, детка! Я апнул ливел. Вы понимаете, насколько я крут? У меня 6-й уровень. Оставаться в воздухе 3 секунды. Проехать 1500 метров за один заезд. Перепрыгнуть 5 камней за один заезд. Ну, вот это, по-моему, вообще изи. Осталось 5 уровней. 5 уровней до чего? Я, типа, пройду игру, что ли? Всего 17212 очков. Расстояние 3902 метра. Это на данный момент топовое. Давайте попробуем в третий раз. Сейчас, как минимум, останусь в воздухе 3 секунды. Проеду полкилометра. И, по-моему, там перепрыгнуть 5 камней. Ну, в принципе, это все можно сделать за один заезд, да? То есть, если постараться. Вот, правда, 3 секунды в воздухе — это не совсем просто. Но я попытаюсь. Я, кстати, вам так и не... Ой-ой-ой. Я на данный момент так еще и не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я не совсем, конечно, сейчас понял, что произошло. Вот, но произошло что-то интересное. Все, чуваки, погружаемся в атмосферу. Вы серьезно? Огромное спасибо за то, что кто-то мне решил позвонить и тем самым, собственно, сбил меня с атмосферы этой игры. В общем-то, я надеюсь, вы успели. Ничего себе! Ничего себе, сколько там камней! Ох, ничего себе! Слушайте, я не знаю, что сейчас... Лол, перепрыгнуть 5 камней за один заезд! Я это сделал, братцы! Я сделал это! Так, осталось, по-моему, только 3 секунды продержаться в воздухе, да? И проехать полкилометра я тоже сделал. Слушайте, я сейчас просто за один заезд замучу целую миссию в этой игре. Целый левел ап, ну скажем так. Я не знаю, в общем, игрушка мне реально понравилась. Ссылочка на нее будет в описании под видео, поэтому вы можете зайти, порадоваться счастью и, собственно, заиграть в нее также. А те, у кого она уже есть на данный момент, черканите, пожалуйста, в комменты, сколько максимально вы проезжали расстояние. То есть не путайте главное с очками. Напишите расстояние максимальное, которое вам... Не-не-не, вот, ну, вот что за дела? Почему? Почему старейшина? Так, 3 секунды. Так, 2, 3... Я не сделал. Да ладно, 3 секунды по-любому же должно было быть. Ну почему? Почему нет? Ну почему нет, ребята? Меня догоняет этот засранец. Ну вот что это такое? Ну что это вот такое? Я даже не знаю, как от него можно скрыться. Я, наверное, могу только постоянно прыгать. Хотя от этого толку мало будет, наверное, я думаю. Так. А что будет, если я прыгну прямо на голову этому старейшины? Лучшее расстояние, братва! Вот это называется скилл. Вот это реально называется скилл. Так, полетели, отлично. Слушайте, залипательная игрушка на самом деле. Давненько я не телепортировался в горы. Мне кажется, что сейчас это вполне вероятно. Почему? Нет, 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 нет! Я здесь оказался вообще не вовремя, я вам скажу. Ну, пожалуйста, назад. Плец, плец, назад. О, фу, о, о. Удачи, значит, в следующий раз, да? Давайте посмотрим, что же я сделал за текущее. Я сделал это, детка! Ну что, 7-й уровень достигнут. Сделать сальто над пропастью, поймать 15 лам за один заезд, 25 монет за один заезд. Вот с 9 по 23 вот собрать 25 монет за один заезд, это просто вообще на изичах. Ну, а мы отправляемся домой, да? На это мое приключение. Мастерская, давайте зачекаем, что в мастерской. 1940 монет, шлем, способность защитить от нападения, от одного нападения, но не от падения в пропасть. То есть, если меня один раз достигнет старейшина, я могу просто взять и на изи от него скрыться. Спасение из пропасти, каждая волшебная кирка избавит от одного падения в пропасть. Действие магнита, увеличить длительность магнита для монет, чтобы собирать еще больше монет. Смотрите, сколько его можно прокачать. Действие пера, крылатый костюм. Взлетайте, зарядите шарф для активации и делайте еще более длинную цепочку трюковых комбо. Рог ламы. Звук этого могучего рога вызовет мчащееся стадо лам. После покупки предмета
предмет будет случайно появляться на склоне. А, то есть, типа, я сразу смогу собирать очень много ламп. Ну, неплохо, давайте вкачаем шлем, да, подтверждаем. Спасибо, пожалуйста, я всегда рад вам помочь. Вот у меня не хватает сразу вкачать и магнит, и перо. Ну, лучше магнит, на самом деле. Спасибо большое, пожалуйста. Ну что ж, ребятки, на этом у нас финалочка. Всем спасибо за внимание, я даже не успел заметить, как я целую ночь просидел, залипая в эту игрушку. В общем, ребятки, такие дела. В описании под этим видосом будет очень много всего интересного и полезного. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группец ВКонтакте. Еще раз всем спасибо, всем пока.